Доброго времени суток, жители Кароса. Я сегодня вам хочу рассказать, как можно заработать с помощью продажи редких черепов, камней или рун. А также мы разберемся, где их брать и как их делать, и понадобится ли нам бубен и способности к колдовству. А теперь давайте подробно рассмотрим, какие ингредиенты нам для этого понадобятся. Первый и основной ингредиент, который нам понадобится, это очищающие порошки. Чудо-порошки делятся на три вида. Розовый порошок нужен, чтобы слепить черепа. Такой же, но голубого цвета, нужен для того, чтобы склеить руны. И последний, фиолетовый порошок, нужен нам для того, чтобы сделать драгоценные камни. Также для крафта редких прибамбасиков нам потребуется магический камень, который без каких-либо проблем можно добыть на рудниках. И последний ингредиент, который нам понадобится, это голубой кристалл флета, изготовлением которого мы сейчас с вами займемся. А чтобы его сделать, нам не нужно сильно шаманить. Достаточно того, что мы убьем просто нескольких мобов, набрав немного навыков флета, которые вы можете наблюдать в верхнем левом углу. Так что мы не будем с вами тянуть кота за причинное место и отправимся истреблять мамонтов 21 века. А, да, и еще, я вам не советую набивать флету на мобах, которые выше вашего левела. Даже если вам в копилочку и капает больше флеты. Количество флеты лучше компенсировать все-таки временем. Чтобы не получилось так, что у вас у самих вырастут отброшенные копыта, сидя у компьютера и ожидая, пока набьется нужное количество флеты. Да и мелкие мобы вряд ли смогут вам настучать по башне. В отличие от тех, которые, допустим, обитают выростами. Я думаю, всем понятно, что нужно для того, чтобы набить флету, еще несколько мамонтов, и можно будет отправляться в город. Так что можно уже вызывать такси. Так как у меня уже заранее было все приготовлено, мы не будем с вами терять время. Зашнуруем сандали, вытрем сопли и отправимся к нашему первому барыге, который нам продаст пару бутылок с воздухом. И чтобы быстрее получилось, мы с вами вызовем волшебный черный огненный пендель, который нас большой охотой и доставит к нашему месту назначения. Вероятнее всего, нас уже там заждались, поэтому идем быстро и незамедлительно. А чтобы заключить выгодную сделку, мы должны поговорить с Эллен. Нажав на нее два раза, затем выбрав магазин, мы перейдем к месту сделки. Там мы увидим пустые емкости, которые нам и надо купить. Так как я за все время набил всего лишь 5 флет, то и бутылочек для флет я также буду покупать 5 штук. Стоят они недорого, только хранить их негде. Именно поэтому я их не стану покупать с запасом. После приобретения нам нужно открыть свой инвентарь, там и будут наши приобретенные бутылочки. Чтобы законсервировать в них наш флетокомпот, достаточно просто щелкнуть правой кнопкой мыши. После чего мы смело можем отправляться к нашему второму барыге. Также не забываем, что у нас есть волшебный пендель, который нас доставит намного быстрее к месту назначения. Для этого нам нужно выпить всего лишь волшебный эликсир друидов, который увеличивает на несколько процентов скорость передвижения. Добравшись до ремесленника, нам надо будет с ним поговорить о проблеме нашествия инопланетян. Зайдя в менюшку, нам нужно будет перейти в раздел «Ремесло», потом на вкладку «Материалы». Там вы увидите голубой кристалл флеты. Нажав «Скрафтить все», так мы и получим голубой кристалл флеты. А теперь давайте посмотрим, откуда же все-таки берутся эти чудо-порошки красный, голубой и фиолетовый. Для этого мы отправимся с вами в комиссионку, где приобретем основу для порошков. Красные порошки делаются из черепов, голубые делаются из рун. А фиолетовые, как вы уже, наверное, догадались, делаются из драгоценностей. Только учтите, данный товар должен быть не менее второго уровня, чтобы их можно было разобрать. Чтобы сильно не тратиться, найдите в комиссионке самые дешевые руны, черепа и драгоценности не ниже второго уровня. Я обычно планирую покупать их не дороже 10-15 тысяч. Также эти товары могут попадаться в коробочках, на рудниках и выпадать из мобов. Это уже на ваше усмотрение, откуда вы их будете брать, но чтобы не терять времени, я их буду покупать. Приобретя нужные материалы, мы снова отправляемся к нашей первой барыге, у которой еще совсем недавно мы покупали бутылочки с воздухом. Заходим в меню, нажимаем на вкладку «Перепроизводить снаряжение», в первую ячейку вставляем наш череп и нажимаем «Ок». А дальше кричим «Ура» и наслаждаемся красным порошком. Из рун получился бы у нас голубой порошок, а из драгоценности фиолетовый. А теперь смело запрыгиваем в наш кабриолет времени и телепортируемся в Эристум, где и будет происходить процесс изготовления редких черепов, редких руд и редких драгоценностей. Теперь вызываем нашего черного доблестного таксиста, поим, кормим его и отправляемся в путь, предварительно не забыв ему выписать тройной огненный ускоряющий пендель в виде зелья ускорения. Дорога нас ждет долгая, длинная, проходящая через 7 кругов ада.
Персонажам маленьких левелов рекомендуется эту пустыню проходить только с помощью зелья ускорения. Иначе вам не избежать встречи с демонами и чертями, которые способны на расстоянии уничтожить одного удара. Потеряв литр крови, постарев на 10 лет и посидев, мы наконец-то добрались до города. Можно наконец-то вздохнуть и заняться поисками местного барыги, того самого крафтера редких предметов. Зайдя в меню, нажимаем ремесло и тут же нажимаем изготовление редких коробок драгоценностей. У вас появляется список всего того, что вы можете скрафтить. Чтобы не крафтить дешевые предметы, я заранее поинтересовался о них стоимости. И первым делом, что я хочу сделать, это красные редкие черепа. Стоимость их превышает 2,5 миллиона, на игровом сленге 2,5 кака. За красный редкий череп второго уровня. Таким же методом мы делаем редкие коробочки с рунами и редкие коробочки с драгоценными камнями. После приобретения сундуков нам, естественно, их нужно будет открыть. И вот тут наступает коэффициент везучести. Чтобы не сгладили, спрятавшись подальше от народа, мы начинаем открывать наши сундучки. А теперь внимательно наблюдаем и молимся, чтобы у нас открывались не ниже второго уровня. При этом рекомендую двигаться, бегать, прыгать, но главное не стоять на месте. Тогда шанс успеха у вас будет гораздо выше. Скрафтить предмет хотя бы второго уровня. Самым везучим может быть получаться и выше второго уровня, но у меня, по крайней мере, так не получалось. А нет, вру. Помню, пару раз у меня получалось скрафтить черепа 5 уровня. Как откроем все сундуки, мы отправляемся в комиссионку выкладывать их на продажу. Прежде чем выставить на продажу, рекомендую сверить минимальные цены на данный товар, который вы выставляете. Я не буржуй, поэтому выставляю товар на 10% дешевле минимальной стоимости. Тем самым искусственно занижая цены. Успешный торгаш тот, кто быстрее всех избавляется от своего товара. Продав все предметы, будьте уверены, что вы останетесь большим наваром. На этом все. Подписывайтесь на мой канал Gameplay Online. Ставьте лайки, пишите комментарии. Есть хорошие идеи, предлагайте, рассмотрим. Следите за новыми видео, периодически я буду их выкладывать. Уже очень скоро появится новый обзор игры Black Desert, игры Neverwinter. Всего хорошего, до скорых встреч, пока!